поступило предложение довольно-таки неожиданно. После того, как мы провели довольно-таки успешный сезон с футбольным клубом «Звезда» Санкт-Петербург, подумал, потому что все-таки, да, это другая страна, это другой менталитет, но надо уметь, надо принимать вызовы. Все понравилось, на самом деле, организация на высшем уровне, это своя прекрасная база есть. Не только с футболом, но и с повседневной жизнью все прекрасно, все организовано, все есть. Да, футболисты некоторые покинули команду, пришлось расстаться, но те игроки, которые здесь, они и в том году были основополагающими игроками, поэтому я считаю, что это будет интересно, это к этому костяку прибавится какие-то ряд молодых игроков амбициозных, с которыми можно будет расти. Я из Санкт-Петербурга, довольно-таки рано я начал тренировать в 22 года, но в то же время я уже в 23 года, так скажем, был исполняющим обязанности ФНЛ команды. Также у меня есть опыт работы с командами вторых лиг, как главного тренера, так и помощника. Я то, что прошу от игроков, чтобы они были с мячом, но в то же время это был не просто контроль мяча, это был именно контроль мяча ради того, чтобы провести атаку. Чтобы мы при потере мяча активно прессинговали, чтобы мы постоянно быстро забирали мяч опять под владение, чтобы мы контролировали игру. А здесь очень важно, чтобы это была не полностью молодая команда, потому что все равно в любом случае нужны игроки, которые будут регулировать, которые могут подсказать. Поэтому здесь на данный момент я считаю, что вот сплав, так скажем, игроков опытных и тех, которые только еще набирают, только пытаются показать себя в футболе, он как раз хорошо взаимосвязан. К нам сейчас Александр Карапетян пришел. Это, я считаю, что очень серьезное усиление. И своим опытом, и своей игрой он, наоборот, будет вдохновлять и показывать молодым игрокам, как можно расти. Все остальное, если мы, дай бог, сохраним тот коллектив, который у нас сейчас есть, тот костяк, и к ним прибавим еще 3-4 игрока, я считаю, что возможно, да, так скажем, как бы это громко не звучало, но мы можем побороться за те же позиции, которые у нас были в том году. Хотелось бы сейчас определиться с основным вратарем. Очень, так скажем, да, хотелось бы определиться, возможно, еще центрального защитника одного, потому что будет тяжело с нашими двумя возрастными игроками, так скажем, опытными, провести весь сезон, и нужно все равно ротация. Хотелось бы левого защитника с левой ногой, потому что тоже эта позиция дефицитная. Ну и, скорее всего, это еще игрок центра поля больше в оборону. Все остальное, я считаю, что группа атаки у нас прекрасная, и просто нужно немножко время для того, чтобы они друг с другом нашли взаимосвязь. 30 числа мы посмотрим их игру в чемпионате. Также нам сейчас важно, чтобы мы поняли принципы построения игры как раз с мячом. Соперник сильный, соперник показывает сейчас в последнее время, что они на хорошем ходу, они обладатели кубка, и я считаю, что будет очень интересная игра. Как она сложится, это только покажет время, но с любой, и, конечно, мы настроены на победу, и мы хотим попробовать пройти дальше. Мои коллеги из футбольного клуба «Ван» сюда приехали зимой работать, поэтому я следил, естественно, за их командой, мне было интересно, как они здесь будут строить. Здесь, я считаю, вообще тренеры очень сильны. Не только по именам, но по той, так скажем, структуре, которую пробуют делать. И я считаю, что чемпионат будет очень интересным. Есть порядка 5-6 команд, которые вот по тому сезону я сейчас беру, очень сильные, которые готовы сыграть друг с другом на равных. Здесь очень видно сильно это техническое оснащение игроков. Они очень индивидуально сильные. Это неплохие скорости. Пока, на мой взгляд, чуть-чуть не хватает именно тактического спокойствия, скорее всего. Очень хочется, чтобы болельщики, приходя на стадион в большем количестве, получали удовольствие от игры. Потому что в первую очередь мы играем для болельщиков. Если мы будем собирать полные стадионы, если на нас будут ходить, болеть, переживать, это то, что мы хотим. Мы хотим от болельщиков, так скажем, искреннюю поддержку. В то же время с нашей стороны, еще раз говорю, никакой будет максимальная отдача. И мы сделаем все для того, чтобы добиваться положительного результата.